Доброе утро. Время новостей на Хабар-24 в ближайший час. О самых заметных событиях в стране и в мире. В студии работает Вера Захарчук. Актуальный вопрос развития приграничного сотрудничества – главная тема 16-го межрегионального форума Казахстана и России. Он пройдет в Омске. Сегодня и завтра там будут обсуждать проблемы и перспективы двусторонних отношений. Запланированы дискуссии, круглые столы, ожидается подписание бизнес-контрактов. Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президентов двух государств. Несколько важных встреч делегаты провели накануне. Одна из них – презентация делового дома «Атамекен». Представители и фонда «Атандастар» рассказали о мечтам, о возможностях реализации совместных проектов. Сейчас в нашей стране разрабатывают своеобразную карту казаха. Она поможет соотечественникам из рубежа участвовать в казахстанских госпрограммах, учиться и получать финансовую помощь. Они казахи, при этом граждане Российской Федерации. Вот у них такой статус двойной. И могут использовать как российское законодательство, меры государственной поддержки, так и казахстанские. Использовать все ресурсы, которые есть в нашей стране, в институтах развития. У нас есть много различных проектов, мы их будем обсуждать. В форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России примет участие делегация Актюбинской области. В укреплении экономических связей двух стран регион сегодня играет одну из ключевых ролей. Товарооборот между соседями постоянно увеличивается и за первое полугодие 2019-го составил 587 миллионов долларов США. В частности, тесная связь налажена с Республикой Татарстан и Оренбургской областью. На текущий момент товарооборот между Актюбинской областью и Оренбургской областью составляет за первые полгода 44 миллиона долларов США. А с Татарстаном 19,6 миллиона долларов. То есть все это показывает то, что Актюбинская область, она заинтересована в сотрудничестве в целом с данными регионами. Товарооборот Казахстана с приграничными регионами России может быть больше, но только в том случае, если увеличится количество совместных производств. Так считают эксперты Южноуральской торгово-промышленной палаты. По их мнению, сегодня и Казахстан, и Россия эффективно защищают свой рынок. И здесь, и там не приветствуется продвижение товара высокой степени передела, который можно произвести самостоятельно. А при такой политике ускорение интеграции в рамках Евразийского экономического союза независимые эксперты видят лишь в создании совместных предприятий. До того времени, когда не будут внедрены единые, понятные предпринимателям России и Казахстана нормы ведения бизнеса, рассчитывать на качественный рост товарооборота нам не приходится. Вот я вам приведу один только пример. Как только у нас будут единые наднациональные нормы участия в системе государственных закупок двух стран, это даст нам высочайший рост показателей товарооборота. Что мешает казахстанским предпринимателям активнее выходить на рынок приграничных российских регионов? За полгода Россельхознадзор ограничил ввоз товаров для 16 казахстанских компаний. По данным Нацпалаты предпринимателей «Атамекен», добиться снятия санкций удалось только двум из них. По мнению экспертов, у сложностей с выходом казахстанских производителей на российский рынок две основные причины. Барьеры и неосведомленность бизнесменов об особенностях торговли в соседней стране. Продолжение темы в материале Даны Нуржа. По данным Евразийской экономической комиссии, казахстанские производители чаще всего жалуются на барьеры в торговле, связанные с фитосанитарными мерами, передвижными постами, а также на усиленный контроль со стороны проверяющих органов. Барьеры есть, признают ведомство, и работа по их преодолению активно ведется. В этом году комиссия сняла 17 торговых барьеров и вскоре снимет еще 8. 40% препятствий – это препятствия, которые сам бизнес себе создает, и 30% создаются на внутреннем рынке. Очень много времени теряется внутри Казахстана на подготовку документов для экспорта. От суток до трех уходит. Бизнес со скоропортящим товаром может до двух суток прождать на границе. Многие не осведомлены о действующих требованиях к качеству продукции, то есть действующих тех регламентах, санитарных, ветеринарных мерах. Решить проблему недостаточной осведомленности предпринимателей об особенностях торговли в соседней стране стремится и торговое представительство Казахстана. В 11 макроэкономических регионах России работают уполномоченные этого ведомства. В регионах есть такое
институт как общественное уполномоченное торгового представительства Республики Казахстан в регионах Российской Федерации. Вот я представляю Саратовскую область и много помогал казахстанским производителям выходить на саратовский рынок. Рынок Саратовской области, который насчитывает почти около 3 миллионов человек. Недостаточно производители казахстанские анализируют российский рынок, особенности его, недостаточно проводят маркетинговые исследования. Без этого выйти на внешние рынки на любой, и российский, и любой страны просто нет возможности. Несмотря на барьеры и сложности, бизнес приграничных регионов стремится к сотрудничеству, ведь примеры экономически успешных совместных проектов доказывают эффективность интеграции. Так, например, одна из крупнейших российских ритейл-компаний решила сотрудничать с тепличными комплексами в Северном Казахстане. Теперь казахстанские овощи представлены в 80 гипермаркетах этой сети на Урале и в Сибири. Бизнес выгодный обеим сторонам. Выгоден тем, что мы получаем ассортимент необходимой продукции, качественной прежде всего продукции, и по приемлемой цене. Продукция из Казахстана является достаточно конкурентоспособной по цене. Для партнеров наших из Казахстана, во-первых, это стабильный рынок сбыта, это надежность и это, опять же таки, варианты для совместного развития. В планах Евразийской экономической комиссии дальнейшее снижение уровня национального протекционизма и преодоление барьеров, таких как, например, двойная сертификация, а также несовместимость цифровых сервисов и систем контроля. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24. Об ожиданиях и перспективах развития взаимных интересов между Казахстаном и Россией поговорим сейчас с экспертом. К нашему эфиру из Алматы присоединяется экономист и финансовый аналитик Арман Бисимбаев. Доброе утро, Арман. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы в столь ранний час. Скажите, вот форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России принято считать эффективной площадкой, дающей возможность и для устойчивого развития политических, экономических взаимоотношений между странами, это с одной стороны. С другой, такой формат диалога дает возможность осуществлять некоторые манипуляции в части элементарного фитосанитарного контроля, запрета ввоза той или иной продукции на территорию соседней страны. Скажите, как не допустить ущемления прав отечественных товаропроизводителей? Здравствуйте. Вот в данном случае, по вашему вопросу, я бы его разделил как бы на две части. Но на политическую часть и на экономическую часть. Если говорить про политическую часть, то я бы сказал, что здесь Казахстану все-таки надо занимать определенную четкую и обоснованную и твердую позицию на переговорах. Да? То есть переговорная позиция изначально должна быть достаточно твердой для того, чтобы выбивать для себя какие-то выгодные условия, выгодные контракты, и для того, чтобы у нас не было вот таких вот случаев, когда у нас запрещается. Потому что на самом деле, если вот мы посмотрим на то, что происходит вот в части запрещения каких-то определенных категорий товаров по фитосанитарным нормам, здесь больше места ведь имеет на самом деле не какие-то конкретные случаи, когда качество там тех же самых пищевых товаров не соответствует уровню, да, или стандартам. Здесь больше нужно говорить о том, что на самом деле это, скажем так, такая традиционная, типичная борьба за рынок между, скажем так, между конкурентами. И в данном случае вот этот вот запрет по фитосанитарным нормам, это на самом деле такой нерыночный метод борьбы со своими конкурентами. Поэтому в этом плане здесь нужно на самом деле садиться, договариваться, вырабатывать какие-то единые меры, единые стандарты и так далее. А в части экономической, если мы говорим о себе, да, то есть о Казахстане, то здесь надо бы сказать, что на самом деле нам нужно дальше развивать свой рынок. Скажем так, государство должно постепенно уходить из частного сектора, развивать честную конкуренцию, и через честную конкуренцию будет развиваться то самое качество, потому что только в рамках конкуренции, для того, чтобы сделать конкурентоспособным свой товар, его нужно сделать качественным прежде всего. И вот когда мы сможем достигнуть вот этого уровня, мне кажется, сами вопросы со временем уйдут на второй план.
Ну вот к вопросу борьбы за рынок, да, как вы говорите, все-таки как обеспечить равные и солидарные правила игры для обеих стран вот в таких условиях, в которых мы сейчас пребываем? Давайте скажем так, равных, солидарных условий достичь практически невозможно. Этого не будет никогда. Почему? Потому что у нас слишком разные масштабы экономик. Несмотря на то, что Казахстан вторая экономика вот в данном регионе, в Евразийском союзе, надо понимать, что мы все-таки в 10 раз меньше, чем та же самая Россия. Поэтому изначальные позиции России, они будут намного сильнее и они будут намного больше. То есть они в своем праве, это право сильного. Поэтому они, естественно, будут давить, потому что России тоже невыгодно. Как бы, надо понимать, что сама по себе структура Евразийского союза, она предполагает, что все рынки, они практически все завязаны на российский рынок. То есть Россия в данном случае является некоторым центром, ядром этого Евразийского союза, на который ориентируются все остальные государства. Казахстан, Киргизия, Белоруссия и так далее. То есть в данном случае, скажем так, изначальные позиции российские, они намного сильнее, и поэтому они имеют право и могут диктовать нам какие-то условия, там что-то где-то запрещать, потому что нам, в принципе, деваться некуда. Поэтому для того, чтобы достичь каких-то солидарных условий, нам нужно хотя бы выровнять уровни экономик, масштабы этих экономик, да, то есть вы сами понимаете, что на самом деле, чтобы разговаривать с той же Россией примерно на равных, у нас как минимум население хотя бы должно вырасти, ну хотя бы до 130 миллионов человек. Вы сами понимаете, что в обозримом будущем это невозможно. Здесь единственное нужно отметить, я бы сказал так, для того, чтобы добиться не то чтобы равных и солидарных условий, а для того, чтобы добиться хотя бы приемлемых для нас условий, которые бы устраивали обе стороны и, в принципе, всех участников, членов Евразийского союза, здесь надо на самом деле садиться и договариваться. Причем нужно делать это на постоянной, регулярной, и чем чаще это будет происходить, тем лучше. Потому что иначе, скажем так, и быть не может. Мы все время ориентируемся на тот же самый Евразийский, на тот же самый Европейский союз. Да, договоренности. Вот конкретно развитие каких отраслей экономики, вот что в Казахстане, что в России удалось простимулировать вот благодаря двустороннему сотрудничеству между странами нашими? Но несмотря на имеющиеся проблемы, тем не менее, у нас все равно развивается, то есть интеграционный процесс, он постепенно идет. Проблемы имеются, это понятно. А надо сразу сказать, что эти проблемы в ближайшее время решены не будут никак, потому что даже развитые страны, объединяясь даже в такие структуры, договаривались очень долго и продолжают договариваться до сих пор. То есть для того, чтобы добиться каких-то условий, опять же, это надо просто ластиком стирать все границы. Мы сами понимаем, что в ближайшие, в обозримом будущем это будет невозможно. Здесь нужно договариваться. Но в целом надо сказать, что сам по себе интеграционный процесс, он уже дает какие-то свои плоды. В 2014 году был создан Евразийский союз. На сегодняшний день мы можем отметить, что если не учитывать тот самый провал, который был там в 2015-2016 году, у нас неплохо чувствует та же самая пищевая промышленность, она постепенно растет, российские товары идут к нам, наши идут на российский рынок. Неплохо чувствует себя финансовая сфера, и в принципе здесь делаются какие-то конкретные шаги по развитию. Российские банки заходят в Казахстан, казахстанские банки представлены в виде дочек в России. Неплохо развивается та же самая промышленная сфера, да, промышленная отрасль, легкая промышленность, обрабатывающая промышленность. В общем-то, по всем вот этим вот параметрам мы, в общем-то, отмечаем рост, то есть по статистике виден, что этот рост имеется. Эти отрасли все растут, создаются какие-то совместные предприятия, создаются кооперативные так называемые поставки, и, в общем-то, где-то вот, если не смотреть и не учитывать провал 15-16 года, связанный с падением цен на нефть, то с 17 года у нас сейчас устойчиво идет рост по внешней торговле между двумя странами.
Роман, ну спасибо вам большое за беседу. Времени мало у нас в эфире, в новостях. С нами на прямой связи из Алматы был экономист и финансовый аналитик Арман Бисимбаев. Вам хорошего дня. Ну а мы через некоторое время продолжим. До свидания. Платежки с сюрпризом получили жители Шымкента. В их квитанции добавили новую строку. Горожан просят оплатить услуги частной службы спасения. С каждого потребителя собирают по 80 тенге, ну, с пометкой, что это добровольный платеж. Многих шымкентцев дополнительная графа возмутила. Катерина Попкова разбиралась в ситуации. У кассы в местном расчетном центре шымкентцы теперь задерживаются надолго. Людей волнует новая графа в квитанции. Служба спасения за 80 тенге. Если эти горожане те, кто не глядя оплатили. 80 тенге? Что-то даже не обратила внимания, честно. Когда это? Смотрим итоговое все. Там написано, что по собственному желанию. Я считаю, что это ерунда. МЧС. Да. Идет в счет государства и ребятам там на одежду, на мелкие детали. На самом деле деньги сердобольных горожан уходят на счет частной компании, сообщили в городском департаменте ПЧС. Здесь не считают, что это камень в их огород. По данным заместителя руководителя ведомства, с работой тут справляются как надо, а частная фирма выполняет другие функции. Она не имеет никакого отношения к департаменту ЧС. Они выполняют функции именно функции коммунального и социального характера. То есть транспортировка пенсионеров, сбивание сосулек в период зимнего отопительного сезона с крыш, срезка деревьев, проводит очистку дымоходов. А здесь работают те самые тимуровцы частной службы спасения. Пока коллектив небольшой, всего 3 бригады. Чтобы показать свою работу, тут сразу начали демонстрировать видео счастливых абонентов. В компании уверены, таких по городу очень много. Эти 80 тенге, они просто могут помочь другому человеку. Даже вот у нас есть инвалиды, которые без ног. Мы им приезжаем, оказываем услугу, на прогулку вывозим их, они гуляют. Потом обратно поднимаем наверх. Если бы он один эти 80 тенге платил, он бы не смог. Мы не смогли к нему приехать, потому что у нас бригаду надо содержать. Год назад компания уже оказывала те же самые услуги шымкентцам, вспоминает Андрей Фридовский. Правда, потом им пришлось закрыться. Прокуроры обнаружили нарушения в работе. Тут решили, что можно дважды войти в ту же реку. Зарегистрировали новое ТО. И уверены, что теперь все сделали по закону. В Акимате мы тоже доложились, начали работать. Нас благословили, можно сказать так, что все нормально. О том, что в квитанциях горожан вновь появилась дополнительная графа, в городском акимате действительно знают. Тут уверены, главное, чтобы добросовестно оказывали услуги населению. А платеж – дело добровольное, хотя многие госслужащие решили воздержаться от оплаты. А вы оплатили 80 тенге? Нет, за эту? Я не оплатил, не пользуюсь услугами, не пользуюсь. Но пока, если, не дай бог, что-нибудь случится, конечно, будем обращаться. У нас есть государственный департамент ЧС. Законны ли на этот раз действия частных спасателей, в департаменте комитета по защите и развитию конкуренции не сообщили. Воздержались от комментариев и прокуроры. Теперь жителям Шымкента надо внимательнее осмотреть свои квитанции. Абонентам, ошибочно оплатившим услуги спасательной службы, деньги обещают вернуть. Как нам сообщили в компании, они готовы развести и лично отдать таким абонентам по 80 тенге. Мы решили это проверить. Диспетчер сообщила, что я первый клиент, кто захотел забрать свои 80 тенге. А вот как это сделать, она не знала. После настойчивых звонков в службе нашли выход из ситуации. Вечером позвоните, Каспигов, номер отправьте мне, пожалуйста, я вам номер скажу. Туда отправим теперь 80 тенге. Что теперь делать? Вечером платеж действительно вернули. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар 24. We'll be right back.
В некоторых новостройках столицы изменили способ оплаты за использование лифтов. Вместо карточной системы жители 15 домов перевели на абонентскую плату. Теперь в месяц за подъемы и спуски с квартиры нужно оплачивать одну фиксированную сумму – 1430 тенге. И неважно, проживает ли в квартире один человек или семья из 10. Такое новшество не всем пришлось по нраву. Татьяна Ковалева выслушала возмущение жильцов. Уже с 1 ноября в коммунальных квитанциях жильцов этого дома появится новая строка – оплата за услуги лифтовой компании. Тариф, фиксированный с каждой квартиры – 1430 тенге, независимо от того, сколько жильцов в ней проживают. Кому-то новшество понравилось, кому-то нет. Невыгодно тем, кто редко пользуется подъемником. Мы с женой по 500 тенге. Я 500, я над 500. И это нам хватало на месяц. По-старому, если сопоставить, это нас не устраивает. Пенсионерам платить это дороговато. Я думаю, что это могут, наверное, они пересмотреть эти цены. Где-то в пределах, я думаю, что до каждой семьи где-то 1000 тенге это вполне нормально. Где-то 1000 в месяц. Ну, хватало, вот так. А так. Полторы это все-таки? Ну, конечно, куда это. Особенно вот, я имею в виду, вот, кто... Одиночно, двое живут. Они как уйдут с утра и до вечера. Все, два раза опускается и поднимается. Все. В обслуживающей компании объяснили, в столице на такую систему оплаты перевели 15 многоквартирных домов по просьбе жителей. Многие жаловались, что картами пользоваться неудобно. Они теряются, их нужно постоянно пополнять. Мы опирались на мнение собственников, которые говорили, нам необходимо переключить эту систему с карточной на абонентскую. Вот. Поэтому, в принципе, мы сейчас готовы обсуждать это еще с жителями, точно уже в каждом жилом комплексе. Всегда можно рассмотреть разные варианты. Против новой системы оплаты те, кто живет в одиночку или совсем не пользуется лифтом. Остальным новшество понравилось. У меня есть папа, да, муж и я. Получается, я с дочкой часто гуляю в день, по два раза выходим на улицу. Нам это более выгодно. Чем было. Ну а как просто вы считаете, это вообще справедливо, что для всех единая фиксация? Думаю, да, это справедливо. Ага. А, например, если один человек живет и пользуется только утром и вечером лифтом, он же столько не затрачивает? Ну, не знаю, зато для нас это выгоднее. Ну, для тех семей, у кого более двух или более... больше людей. А сколько вы тратили до этого? Ну, до этого, так скажем, ну, больше 2000. На супруга и на меня тратим по 1000 тенге, итого 2000 тенге. Uh-huh. А абонентская плата там 1400 там, с копейками. Как бы, соответственно, вам нам выгоднее, вы... да. Мы должны не должны забывать, что это священное право собственности, по которой никто не имеет права диктовать собственнику то, чего он не хочет. Объявление с этого момента оплаты за лифты, как абонентская плата, без согласия жителей, конечно, это просто ну, смешно и противозаконно. Но в обслуживающей компании нас заверили, что выслушают каждого. Если же договориться не удастся, владельцы квартир всегда могут обратиться в Акимат. В его структуре есть управление контроля и качества городской среды. Татьяна Ковалева, Гани Ашимбаев, Нургали Мамурбаев, Хабар 24. Алматинцы заплатили больше 6 миллионов тенге за ремонт, который им был не нужен. Они уверены, в их многоквартирном доме незаконно провели реконструкцию коммуникаций по программе модернизации ЖКХ. Своего согласия на это жильцы многоэтажки не давали. Больше полугода люди пытаются разобраться в ситуации, но в КСК и в госорганах их словно игнорируют. Александра Салмина решила выслушать обманутых алматинцев. Когда в мае к жильцам этой пятиэтажки наведались представители КСК, они даже обрадовались. Ремонта их дом не видел с момента постройки, уже 13 лет. А тут вдруг трубы чинить будут. Хотя об этом никто и не просил, говорит старшая по дому Айгуль Жиенкажанова. Вот она, наша старая труба, в хорошем состоянии. Нормальная труба. В подвале всегда была чистота, ничего не бежало, рассказывают жильцы дома. Но трубы все же заменили по программе модернизации ЖКХ. И выставили общий счет больше 6,5 миллионов тенге. Это примерно по 235 тысяч на квартиру. Они что, золотые? Возмутились алматинцы, увидев акт приема. И пошли в управляющую компанию. На претензии там ответили, мол, жильцы сами подписали все документы.
Есть протокол собрания 21 ноября, 8 часов вечера. Якобы мы все собственники этого дома, 37-го дома, вышли на улицу и расписались. 21 человек собственников расписались. Из них трое, 6-я квартира, 23-я и 13-я квартира, давно продали эту квартиру и уехали. Как бы мертвые души, даже их не подпись стоит. Что как будто они были на собрании. Все 30 квартир обошла, и все жильцы сказали, что это не ихняя подпись, они на собрании не присутствовали. Восстановить справедливость пытались и в департаменте экономических расследований, и в прокуратуре. Даже депутатам жаловались, рассказывает Айгуль. Однако на их запросы получают один ответ. Сами согласились. Подписи владельцев квартир есть и на сметах, и в дефектных актах, и в договорах с подрядчиками. Да, вот лист регистрации голосования. Это не моя подпись. Это не моя подпись. На самом деле я расписываюсь вот так. А некто Тулыбай Щербаев в подлинности этих документов, кажется, не сомневался. Взяв на себя полномочия председателя КСК, подписал расписку о достоверности. Мы отправились в управляющую компанию, чтобы расспросить у него обо всем лично. Но на месте не застали, был на выезде. А еще оказалось, он и не председатель вовсе. Никогда никакого отношения к микрорайону Кулагер я не имел. Я начальник участка, но совсем другого. Я работаю в микрорайоне Кокжиек. Просто в один момент, когда нас распределяли по участкам, было некому поставить подпись. И заместитель директора Берег попросил меня. Я подписал, даже не посмотрев, что за документ. Еще раз повторяю, я никакого отношения к микрорайону Кулагер не имею. Остальные представители компании, как и раньше, предпочли отмолчаться. И такое поведение – одна из проблем, говорят в ассоциации КСК. Владельцы должны видеть, как реализуют госпрограммы. А на деле о взаимодействии и прозрачности нет и речи, считают юристы. Как минимум здесь налицо, если не состав преступления, то необходимая возможность включиться в этот процесс, ну, как мне кажется, со стороны общественности. Деньги тратятся неэффективно. И программа вырождается на наших глазах. То есть нужно ставить какие-то барьеры, вменяемые, общественные. Таких случаев действительно немало. В своем же микрорайоне Айгуль насчитала сразу несколько домов, где жильцов также могли обмануть. 56-й дом. Похоже? Один человек подвел. Смотрим дальше. 57-й дом. Смотрите, сколько здесь мертвых душ. Переехал 10 лет назад, продал квартиру 3 года назад. Последняя надежда на полицию. Сразу 3 заявления написали жители этого дома. Сейчас собирают материалы для почерковедческой экспертизы. Проверят и необходимость замены труб. Ведь по закону капитальный ремонт коммуникаций нужно делать не чаще, чем раз в 25 лет. А иначе как-то накладно выходит. Александра Салмина, Сержан Жумабаев, Алматы, Хабар 24. С июня прошлого года 33 из 65 стран испытывают ограничения в подаче интернета. Такие исследования представила международная правозащитная организация Freedom on the Net. Самые большие падения показателей наблюдались в Судане и в Казахстане. За ними следуют Бразилия, Бангладеш и Зимбабве. Подробностями готова поделиться моя коллега Сабина Балашкина. Доброе утро. Всем доброе утро. Сабина, о чем говорят исследования? Почему всемирная паутина блокировалась во многих странах мира? Вера, социальные сети и приложения блокировались как минимум в 20 странах, а в 17 и вовсе была приостановлена работа целых телекоммуникационных сетей. Часто это происходило в преддверии выборов или во время протестов и гражданских беспорядков. У Казахстана 32 балла из 100 максимально возможных. Отмечу, что страны, получившие от 0 до 39 баллов, относятся к государствам с несвободным интернетом. В одном ряду с нашей республикой Азербайджан, Россия, Беларусь, Пакистан, Узбекистан и Иран. Цифровые платформы стали новым полем битвы за демократию, говорится в исследовании. За последний год как минимум в 24 странах госорганы и провластные активисты использовали во время выборов онлайн-пропаганду и дезинформацию. Это стало самой распространенной тактикой вмешательства в выборы через цифровое пространство. Также, как отмечается в отчете, страны используют большие данные для наблюдения за гражданами через социальные сети. Примерно в 40 государствах органы власти внедрили программы мониторинга социальных сетей. Эти сложные системы наблюдения могут быстро распознавать отношения между пользователями, объяснять их посты и определять местоположение. Также в 38 исследованных
цивилизованных странах политические лидеры нанимали людей для тайного формирования онлайн-мнений и преследования оппонентов. Это еще один рекордно высокий показатель. Добавлю, что ситуация с интернетом ухудшилась и в США. А вот самым крупным нарушителем свободы всемирной паутины четвертый год подряд становится Китай. В Узбекистане обязали банки работать круглосуточно. Новая норма появилась в законе о платежах. Принята она для того, чтобы банковские клиенты могли заблокировать утерянную карту в любое время суток и даже выходные дни. Отсутствие круглосуточной поддержки по вопросу блокировки часто приводило к тому, что злоумышленники могли пользоваться чужой картой в дни отдыха и до того момента, пока банк не блокировал ее в понедельник. Даже единый межбанковский центр не мог влиять на подобные случаи. В социальных сетях бурно обсуждали случаи, когда у клиентов пропадали карты в выходные, и они были беззащитны перед недоброжелателями, потому что им приходилось только читать входящие сообщения о списании средств со счета и ждать начала рабочей недели. Военных и полицейских допустили к арендной программе для работающей молодежи. Об этом сообщили в жилищном фонде акимата Нур-Султана. Жить в арендных квартирах смогут только те сотрудники, которые не получают жилищные выплаты. При подаче документов полицейским и военнослужащим необходимо представить справку о ежемесячных доходах с печатью кадровой службы и на бланке госоргана. Кроме того, в столичном акимате смягчили оценку платежеспособности кандидатов. Напомню, чтобы участвовать в программе, нужно подтвердить свою платежеспособность за последние полгода. В месяц претендент должен получать не менее 101 тысячи тенге. Однако из-за больничных и отпусков ежемесячная прибыль участников может быть меньше. Раньше этот момент не учитывали. Теперь же при подаче заявки достаточно приложить к справке о доходах копию приказа об отпуске или больничного листа. В Казахстане растут цены на лекарства. Заметнее всего подорожали витамины, за ними следуют анальгетики. Также выросли в цене корвалол и антибиотики. По итогам сентября показатель достиг 8%. Годом ранее он составлял 7%. Такую статистику приводят аналитики агентства Energy Pro. В исследовании отмечается, что почти 80% медпрепаратов казахстанцы покупают за собственные средства. И только треть населения получает лекарства за счет государства. В Казахстане планируют ввести новый налог для футбольных тренеров. Уже со следующего сезона каждый клуб казахстанской премьер-лиги, которым руководит иностранный специалист, будет обязан произвести взнос. Сумма платежа составит 100 тысяч долларов ежегодно. Однако платить придется не за всех зарубежных наставников. От налога освободили граждан стран Евразийского экономического союза. Отмечу, что решение ввести новую пошлину в КПЛ должны принять на ближайшем заседании исполкома Футбольной федерации Казахстана. Добавлю, что аналогичный налог действует и в российских лигах, а вот в Узбекистане его отменили еще в прошлом году. И завершение выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних торгов курс доллара составил 388 тенге 39 инов. Такова экономическая картина к этому часу. До встречи в следующем информационном выпуске. Спасибо, Сабина. С деловыми новостями была Сабина Балашкина. Но мы продолжаем. О чем пишут мировые СМИ? Мои коллеги сделали небольшую подборку. Рубрика «Между строк» далее. Издание «The Guardian» в честь 30-летия падения Берлинской стены опубликовало рассказы немецких писателей, поделившихся историями того времени. Автор 4 романов-бестселлеров Хейке Гейслер вспоминает, в течение первых нескольких лет после падения стены в ФРГ она попадала в каждую ловушку для потребителя, которая встречалась на ее пути. В 1989 году писательнице было 12 лет. Все это время она жила в ГДР. Тогда, в день открытия долгожданного занавеса, она вместе с матерью отправилась увидеть родственников, которые
которые отправляли им посылки на праздники. Это было волнительно, делится эмоциями Хейки. Издание также рассказало о воспоминаниях Максима Лео, 49-летнего сценариста, редактора газеты «Берлинер Цайтунг». Немцы любят юбилей. Они любят давать яркий окрас историй. Страна, которая неоднократно оживает в эти даты, давно стала своеобразной музейной страной. В наши дни вряд ли кто-нибудь захочет узнать, на что было похоже восточно-германское государство. Вместо этого любят истории о борьбе за гражданские права, рассказывает писатель. По его мнению, это связано с тем, что западные немцы хотят лишь подтверждения, что они были на правой стороне, а восточные немцы были на другой, не лучшие по их мнению. По словам писателя, сейчас иногда ему кажется, что он понимает расстроенных исходом событий и Брекситом британцев. Он даже иронизирует, как насчет разделения Британии и Северной Ирландии и объединения ее с Восточной Германией. Напоследок «Гардиан» публикует историю Бернхарда Шлинка, писателя, юриста и академика. Он уверяет, что всегда знал, что разделение Германии временное. Он был сыном протестантского пастора. И Восточная Германия, земля Лютера и Баха, была такой же его Германией, как и католическая Рейнская область. В 60-х годах писатель учился в Западном Берлине, имел друзей в Восточном и даже мог их посещать, пока однажды не оказался под арестом за помощь в побеге девушки из ГДР ФРГ. Сегодня академик признает, что две части Германии даже сейчас немного отличаются. Однако это всегда одна страна, родина немцев, заключает «Гардиан». В Валенсии группа ученых приоткрыла завесу тайны над загадочным видом морских животных – моржами. Подробностями делится издание «El Confidencial». Многие посчитают, что крайне жестоко перевозить животное весом в тонну из привычной арктической зоны обитания в здание. Однако иногда науке необходимы такие жертвы, чтобы найти ответ на любопытный вопрос, касающийся такого уязвимого морского млекопитающего, начинает статью автор. У моржей очень развиты когнитивные функции и стадное чувство. Они социальные и способны воспринимать звуковые волны. Моржи остаются с матерью до 5 лет, а когда самка отправляется на охоту, она оставляет детенышей той, которой доверяет. Меня действительно удивил интеллект моржей. Я занималась ластоногими, тюленями и морскими львами, однако моржи абсолютно другие. Судя по когнитивным и социальным характеристикам, это очень древний вид. Думаю, мы мало о них знаем из-за недоступной среды обитания, объясняет в интервью газете ученый Диана Феррера. Исследователи в Океанографическом институте изучают особенности метаболизма, систему питания этих животных и даже дрессируют их. Автор статьи подняла проблему массовой смерти моржей в Арктике и предположила, что в первую очередь это связано со стрессом из-за изменения климата. Моржи, как правило, обитают на краю льдин, потому что прямо под ними находится больше всего еды. Однако из-за того, что этот лед, особенно летом, начинает таять, моржи вынуждены перемещаться в новые для себя более глубокие районы, объясняет автор. Действительно ли растущие цены на табак уменьшают количество курильщиков? Двойной рост стоимости на сигареты в Австралии привел к уменьшению количества курящих в стране вдвое, пишет Le Figaro. Издание напоминает, с начала ноября во Франции объявлен месяц без курения, а с начала пятилетнего срока Эммануэля Макрона проводится уже четвертое повышение цен на сигареты. К ноябрю 2020 года цена за пачку сигарет должна достигнуть 10 евро. Все эти цели направлены на уменьшение количества курильщиков, объясняет автор статьи. Это, безусловно, самая эффективная мера по сокращению курения. Если повысить цену пачки сигарет на 10%, потребление уменьшится примерно на 4%. Наименее ярко это выражено в классах с высоким социально-экономическим уровнем, однако более заметно среди молодежи и людей с низкими доходами. Приводит газета слова доктора Ив Мартине, председателя Национального комитета по борьбе с курением. По ее словам, механика такова, что когда цены растут, те курильщики, которые курят периодически, покупают сигареты реже. Те, что курят ежедневно, станут себя ограничивать, а те, кто бросают курить, с меньшей вероятностью вновь за это возьмутся. Что касается молодых людей, то у них явно станет меньше шансов начать курить, говорится в статье. Вы смотрите новости. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Мы продолжаем. Правительство Йемена заключило мирный договор с сепаратистами из Южного переходного совета. Подписание прошло в Риаде в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби. Теперь в правительстве этой страны начнутся перестановки, которые должны привести к миру. Документ также предусматривает создание правительства из 24 министров. Напомню, с 2014 года Йемен был охвачен гражданской войной. Одна из воюющих сторон – боевое крыло хуситов и лояльное бывшему руководству страны часть армии. Другая сторона конфликта – войско изгнанного
хуситами суннитского президента Абдрабо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. На центральном рынке Балагун в Лагосе произошел сильный пожар. Огонь охватил верхние этажи здания одного из торговых центров, расположенных над территорией рынка. Добраться до очага возгорания для пожарных было тяжело. Все из-за окружающих пятиэтажное здание многочисленных киосков. Чтобы спасти товар, продавцы выбрасывали вещи из окон здания. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Несколько мужчин попытались самостоятельно потушить огонь, взобравшись на крышу. К слову, рынок Балагун на острове Лагос считается одним из популярных мест в городе для покупки обуви, одежды и традиционных тканей. Омабель – меховой бренд номер один в Казахстане. Более 8 лет радует своих покупателей роскошными шубками. Меха в Омабель из Греции, Канады и Италии. Шубы отшиваются в собственном цехе, а это значит доступные цены и отличное качество. Действует беспроцентная рассрочка на все изделия сроком до 1 года. Акция. При покупке норковой шубы в подарок сертификат на сумму 55 тысяч тенге. Серпом косят дурман траву жители Жамбылской области. Оперативники задержали 5 человек, собиравших дикорастущую коноплю. Изъято почти 150 килограммов марихуаны. А в многоэтажках Актау падают подъездные козырьки. К счастью, пострадавших нет. А вот в Кустанайской области с мостов падают машины. Подробности в рубрике «Хроника происшествий». Машина упала с моста в Кустанайской области. Водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, выехал за ограждение моста и с высоты перевернулся на крышу. Водитель и пассажир находятся в районной больнице с различными травмами. Проводится расследование. 3 человека пострадали в результате лобового столкновения в Алма-Аты. По словам очевидцев, БМВ двигалась по проспекту Рыскулова в западном направлении. На мокром асфальте водитель не справился с управлением и выехал на встречку. Там столкнулся с Тойотой. Ее водитель и пассажир в тяжелом состоянии доставлены в ближайшую больницу. Пострадал и водитель второй иномарки. Причины аварии выясняет полиция. Почти 150 килограммов марихуаны обнаружили у жителей Жамбылской области. 5 заготовителей дурман-травы задержали в предписковой зоне участка Кулдыбай возле села Кызылшаро Атурар Рыскуловского района. Там они собирали дикорастущую коноплю. На месте также изъяли 2 серпа для скашивания, скотч и пакеты для заготовки и хранения наркотравы в песках. Преступную группу взяли в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2019». Из 5 задержанных 3 ранее судимы за наркотики и разбой. Подозреваемые дали признательные показания и находятся в изоляторе временного содержания. Заготовили для себя, для собственного употребления, как так объяснили они при допросе. По нашей информации, они занимались сборами заготовки для дальнейшего сбыта. Возбуждена 297 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это получается от 10 до 15 лет. И также с конфискацией имущества.
В Уральске женщину с ребенком подозревают в краже золота из ломбарда. Одна из видеокамер, расположенных в пункте приема ценных вещей, зафиксировала, как мальчик 5-7 лет роется в сумках посетителей, в то время как пришедшая с ним женщина делает вид, что выбирает украшения. От оценщицы ломбарда на посетительницу поступило заявление. Она подозревается в краже золотого кольца. Заведено уголовное дело по статье «Кража». Крупный пожар случился в одном из кафе «Жизказгана». Возгорание началось утром. Прибывшие на место пожарные установили, что открытым пламенем горят кровля и мансардное помещение. Огонь на площади в 195 квадратных метров тушили 27 человек. Пострадавших нет. Козырек подъезда обрушился в одном из жилых домов «Октау». Пострадавших нет. Причиной падения бетонной конструкции, по версии очевидцев, стали обильные дожди со снегом. Во время осеннего осмотра работники КСК признали козырек аварийным, но не успели его демонтировать. Сейчас на входе в подъезд убирают завалы и составляют смету на изготовление металлического козырька. В горах Алматинской области задержан 36-летний сельчанин, у которого обнаружен и изъят арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия. 4 охотничьих гладкоствольных ружья, 1 нарезное, 2 отдельных оружейных ствола и патроны различного калибра. Мужчина, который занимается разведением скота, заявил, что все оружие нашел в горах. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Весь изъятый арсенал отправлен на баллистическую экспертизу. Его проверят на причастность к преступлениям с применением огнестрельного оружия. По выявленному факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 287 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть незаконное хранение оружия и боеприпасов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Удручающей назвали статистику по коррупционным правонарушениям в вооруженных силах. За последние 2 года антикоррупционной службой выявлено 3 правонарушения, совершенных военнослужащими Национальной гвардии Казахстана. При этом 2 преступления приходятся на Западно-Казахстанскую область. Так, в сентябре прошлого года приговором военного суда Актюбинского гарнизона был признан виновным командир стрелкового отделения воинской части 5517 Курбаналиев. За 350 тысяч тенге он обещал трудоустроить некого гражданина воинскую часть. Теперь он вынужден выплатить штраф в размере 7 миллионов тенге. В текущем же году военнослужащие Нацгвардии были признаны виновными по 366 статье УК РК, приговорены к лишению свободы сроком на 7 лет. Изобличены заместитель командира по тылу войсковой части 5517 майор Омаров и начальник вещевой службы лейтенант Кдыров, которые в группе лиц по предварительному сговору потребовали и получили от директора одного из ТО взятку в сумме 300 тысяч тенге за составление положительного акта комиссионного осмотра прачечной ТО. Жители Каргандинской сортировки задаются вопросом, что делать, если на дворе ноябрь, а трубопровод с горячей водой, проходящий над землей, до сих пор не утеплили. А об этом и других новостях со страниц газет расскажет мой коллега Марк Брюшко. Он подготовил свежий выпуск обзора прессы. Марк, доброе утро, мы тебя слушаем. Доброе утро всем. Как обычно, буквально через пару мгновений все подробности. Сегодня начнем сразу с анонсированной новости. Новый Вестник опубликовал видео одного из жителей сортировки, это район Караганды, который задается вопросом, куда испаряется наше тепло. Действительно, на кадрах видно, что трубы, по которым течет горячая вода, проходят они над землей, и буквально испаряется тепло из них, невооруженным глазом можно это заметить. Мужчина просит местные власти обратить на это внимание. Давайте послушаем небольшую цитату из публикации, которую мы для вас подготовили. По словам горожанина, трубы, через которые поступает горячая вода в город, не имеют никакой изоляции. Трубы парят, выходит тепло, и это никого не волнует. Картина не меняется уже 6 лет. Ну вот где-то трубы до сих пор не могут 6 лет, как говорится, несколько лет обернуть, а где-то городскую среду делают действительно технологичной для того, чтобы людям было комфортно, допустим, просто жить и передвигаться по городу. Так вот, допустим, Усть-Николаев сообщает, что в Усть-Каменогорске, к примеру, со следующего года оплата в общественном транспорте будет производиться безналичным путем, как это делается, допустим, вот у нас в столице. Также давайте небольшой отрывок из публикации послушаем, который мы для вас подготовили.
Новая система электронного билетирования охватит все маршруты общественного транспорта, в том числе 4 трамвайных. Кроме того, гости и жители города в режиме реального времени смогут отслеживать движение трамваев и автобусов, что позволит рассчитать время их прибытия и вовремя прийти на остановку. Проект планируют реализовать во втором полугодии 2020 года. А как вам следующий заголовок? Почти 300 зубов лишили жителей Кызылординской области врачи медпоезда. Оригинально, по крайней мере, мне так кажется. А газета «Литер» сообщает, что медицинский поезд «Динсаулык» проехал по 12 отдаленным станциям региона. Вместе со штатными стоматологами в том числе приняли свыше 10 тысяч пациентов за это время. И специалисты выявили ряд серьезных заболеваний. Направили пациентов на дальнейшее обследование и лечение. Самыми посещаемыми специалистами в Кызылординской области оказались офтальмолог. К нему обратились 805 человек. Стоматолог, который успел принять и осмотреть 705 человек, удалено 298 зубов. 610 человек обратились к кардиологу, 705 – к лору и 668 – к урологу. Погода продолжает неумолимо, так сказать, портиться на территории всего Казахстана. Петропавловский ЗЭД сообщает, что от Северо-Казахстанской области, допустим, объявили штормовое предупреждение сегодня и завтра, 6 и 7 ноября. Местами ожидается туман, гололед и низовая метель. Получается, нужно быть очень аккуратными. Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются. Поэтому всех призывают быть бдительными. Ну, на этом я обзор прессы свой завершаю сегодня. В этом информационном части, точнее говоря, Вера, слово пока передаю тебе. Спасибо большое. Марк Брюшко был с обзором прессы. Но у нас в завершении этого часа есть еще одна новость. Инженер-любитель из России построил собственную железную дорогу на дачном участке. Павел Чилин и Сергей Терехов почти 8 лет строили паровоз, и еще 10 ушло на создание железной дороги. Сейчас необычное изобретение двух умельцев радует местную детвору, а также помогает справляться с хозяйственными делами. На миниатюрной железной дороге все как у настоящих поездов. Полотно оснащено 10 стрелками, 3 мостами, кроме того, имеется депо. Двухместный паровоз оборудован твердотопливным котлом и работает на дровах и угле. Когда мне было лет 10-11, я первый раз увидел в Литве узкоколейный паровозик. И с тех пор мне очень захотелось, чтобы у меня тоже когда-то появился паровозик. В плане закончить паровоз, утеплить его, покрасить, сделать пассажирский вагон, а лучше два. А в дальнейшем мы думаем и, может быть, о каких-то более серьезных проектах. Как будут развиваться события этого дня, покажет Хабар 24. Оставайтесь на нашем канале. Я желаю вам удачи в делах сегодня. До встречи.